Приветствую всех. Вот наш хунский лук в тетиве. Предстоит еще работа. Надо будет подкрутить тетиву чуть-чуть, потому что не удовлетворяет база. Расстояние между рукоятью и тетивой. В принципе, проблем таких не вижу. Единственное, он асимметричный у нас, как и с самого начала планировался. Сейчас надо будет вот это плечо чуть-чуть подогреть, балансировку сделать. А так, в принципе, все готово. Но еще будет видео.